Снегу полно. Ветра нет. И снег еще перестал идти. Так, сколько у нас времени сейчас? Сейчас глянем. 10:52. 18 декабря. В доме стабильная температура. -10 градусов. Чайничек, чайку, кофейку с бутербродиками. Вот так простому бутер с маслом и с сыром. Успел немножко полетать на дроне и пошел снег. Красивый такой, прям новогодний. Эх, замочу сапоги, лень дорожку чистить. Пошел на берег. Эх. Ну, в прошлый раз что прочистил, более-менее так. Здесь вот не навернуться на ступеньках. У нас тут на берегу. Так, 5 градусов. Что ты говоришь? Ну, лень. А, снежок мягкий. О, рыбали. Вдали. Лыжника не успел сегодня заснять. Уже пробежал тут наш местный. Уже кто-то на снегоходе прокатился. Снег тихо падает. Вообще красота. Не утони. Блин. Я плавать не умею. Вообще вот вода ушла, блин, лесенка. Сколько она? 40 сантиметров надо? Надо льдом. Лестница нижняя. Что там нашла? Рыбацкие домики.